Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас за проблема. Итак, мне 23 года, моему мужчине 35 лет. Здесь сразу хочется вам сказать о том, что есть некоторая особенность такого выбора, вашего выбора, выбора мужчины старше себя на весьма на весьма большое количество лет. То есть вам 23, ему 35, получается, на 12 лет он вас старше. Вот. И это редко бывает просто так. То есть не то, чтобы я как-то осуждаю вас. У меня и в мыслях не было ничего подобного вообще. Никакого осуждения вас у меня нет на самом деле. Другой момент просто в том, что этот выбор ваш, он чем-то обусловлен. Вот что я хотел сказать. И если этот выбор, он чем-то обусловлен именно для вас, то эту обусловленность выбора нужно выявить. Потому что вполне вероятно, вполне возможно, что именно в этом кроется основная проблема. В том, что вы выбрали мужчину старше себя сознательно, то есть подсознательно. И выбирая мужчину старше себя подсознательно, вы тем самым, скажем так, проецируете на него свои какие-то проблемы, может быть, с отцом, свои какие-то трудности с отцом и так далее. То есть, по сути, все то, что порождает в вас вот эту вот неуверенность в себе, о которой вы здесь рассказываете нам, говорите. То есть вот то, что вы описываете, то, что вы говорите, это говорит о неуверенности в себе. Именно у вас. Это ваша неуверенность в себе. И я хочу, чтобы вы отдавали себе в этом отчет. Итак, мы с вами сказали, я надеюсь, что нужно разбираться с тем, почему вы выбрали такого мужчину именно для себя, с чем это связано, подобный выбор. Дабы разобраться с тем, что вы вкладываете в это. Это первое. Второе. Далее, он хранит фото своей бывшей, а также она его поздравляет с праздниками. Мне это не очень приятно, потому что считаю, что зачем общаться с бывшими, если нет у них общих детей?
Здесь я вам хочу сказать следующее. Значит, даже если вы правы, то вы правы для себя. То есть вы как бы с бывшими общаться, может быть, и не будете. Но это как бы ваше право. Ваше право не общаться с бывшими. Но нельзя думать, что человек, то бишь вот как раз таки ваш мужчина, не нужно думать, что он будет следовать тому, что вы считаете правильным. Почему вы решаете, грубо говоря, за него то, что ему нужно делать и как ему себя нужно вести с вами? Почему? Почему? Я полагаю, что именно об этом и нужно с вами разговаривать в первую очередь. Далее. И вот я случайно увидел, что он с ней переписывался. Ну, обстоятельства вот того, что вы случайно увидели, как он с ней переписывался, желательно бы прояснить, насколько это случайно. Насколько это прямо вот случайно. Там, потому что, ну, поймите правильно, такие вещи редко бывают случайно. И не то чтобы я вам не верю, я вам верю, конечно, я вам верю. Но мне бы хотелось, чтобы вы все-таки постарались донести до нас, вот, ну, скажем так, особенности и подробности. Подробности того, значит, как вы это узнали. Обычно такие вещи случайно не узнают все. Далее, значит, прочитала его переписки, были фото от нее, ее ремонта и ее на фоне. Ну и что? И что? Это ни о чем не говорит. Поняла, что он, наверное, ей звонил. Проверила, что быстрым набором она у него есть. И там звонок, ее он стер. А вы зачем проверяли? Вы с какой целью это делали, Алену? Я спросил, ты звонил ей? Он сказал, да. Для какой цели он удаляет набранные звонки? Наверное, не хочет, чтобы вы задавали ему таких вопросов. Наверное, не хочет, чтобы вы волновались лишний раз. И, наверное, не хочет вас тревожить понапрасну, зная, насколько негативно вы воспринимаете его общение с ней. А для него она определенное место в жизни занимает, и вы с этим никак не можете смириться. Говорит, позвонил, чтобы узнать, где она покупала для ремонта все. Я спросила, почему при мне тогда не позвонил, а позвонил на работе и удалил звонок. Но опять же, чтобы вы не устраивали скандал, чтобы вы не ревновали понапрасну. Вот для этого он так и поступил. И как видите, он не просто так это сделал. Как видите, он не ошибался, потому что вы отреагировали довольно негативно и, я бы даже сказал, агрессивно. Я спросил, почему он не позвонил при мне, а удалил звонок. И вы не говорите о том, что он вам ответил. Интересно, почему? Я понимаю, что, может, я не права, но зачем удалять и не говорить о том, что с ней созванивался и общался? А зачем? Зачем вам это говорить? Для чего?
если заведомо идет реакция негативная. Зачем? Алена, я полагаю, что проблема здесь заключается в том, вот как это видится мне. Проблема заключается в том, что вы очень не уверены в себе. И помимо всего прочего, боитесь ее потерять, его потерять. Твоего мужчину. Боится остаться одна, как вот это мне видится. И это плохо. Потому что если вы боитесь потерять твоего мужчину, то вы от него чересчур зависимы, а если вы от него чересчур зависимы, то вы не свободны в отношениях с ним. А от ним в отношениях вы не свободны. И из-за этого вы как раз таки, можно сказать, проигрываете в отношениях с ним. Далее. Вы не уверены в себе. На мой взгляд, это очевидно. Вы не уверены в себе и довольно сильно. Соответственно, если вы не уверены в себе, то нужно постараться понять, в чем именно вы не уверены в себе. Потому что это очень важный момент. Из-за того, что вы в себе не уверены, вы, по сути дела, проецируете на него свои страхи, свои какие-то сомнения, свои переживания и так далее. И это не есть хорошо. Если вы боитесь его потерять, то с этим можно и нужно работать. Но для этого нужно ваше желание, чтобы вы прямо хотели это делать. Чтобы вы, у вас было прямо, чтобы у вас была потребность именно проработать эту ситуацию. Если вы ревнуете, если у вас есть ревность, то я полагаю, что проблема ревности кроется именно в том, что, во-первых, это эгоистичность, во-вторых, это проецирование на него образ своего мужчины, который у вас есть, и, соответственно, непринятие того факта, что он может быть не таким, каким вы его хотите видеть для себя, например. И последнее, что хотелось бы вам порекомендовать, это каждый раз, когда вам хочется вот так реагировать на него, на его поведение, каждый раз, когда вам хочется так делать, если вы хотите сохранить с ним отношения, я рекомендую вам улыбаться, делать что-то позитивное для него, чтобы его не отталкивать от себя. В самом добротивном случае, как вам и сказали мои коллеги, вы можете разрушить ваши отношения с ним.
А понятно, что этого никто не хотел бы. Ни я, ни вы. И ни любые мои коллеги. Кто угодно из коллег. Значит, мужчина хранит фотографии своей бывшей, потому что она занимает важное место в его жизни. Вот постарайтесь для себя этот момент понять и определить. Значит, ну а не говорит он вам, скорее всего, для того, чтобы вас не расстраивать. Если вы опасаетесь измены с его стороны, то здесь постарайтесь понять следующее, что человек, если захочет вам изменить, он изменит. Вы его никаким контролем от этого не удержите. Вопрос в том, что для вас значит измена, почему вы ее боитесь. Как вы ее воспринимаете? Чем обусловлено восприятие измены? Вот с этим всем нужно работать, если у вас есть на это желание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.